Тебя еще кто-то сегодня не поздравил, да? Книжка под цвет моего костюма, да? Книги, я мальчику подойти, Да, Маша. А что же это за книга? Большая такая. Вадик, тумбочку играть там будешь. А как? Сейчас расскажу. Ты не играл на песню поете из этого. Вот сегодня такой день, я знаю, что день рождения всегда такой грандиозный праздник. Для меня, по крайней мере. И вот всегда спрашивают у меня, Вадик, вот какой для тебя день был самый запомнившийся в этом году? Вот подумай хорошенько. И что ты больше всего вспомнишь? Какой тебе день больше всего запомнился в этом году? Когда была вообще вот самая большая минута счастья? Вот ты почувствовала, что ты вот доволен жизнью, что так здорово жить на свете. Да. День рождения, Новый год. День рождения сегодня? Да. В прошлом году какой? Нет, в этом. Сегодняшний день. Ты же сейчас юбка вывалится точно. Это так положено. Сейчас вообще голову не видно.
Да, головы не видно, но чтобы не упал колпак, надо кушать. Понятно, Маша? Да. Все. Сидеть? Может, нормально. Так, первое, что делаем, Вика? Вперед. Печки. Ножку умеешь держать? Курочку. А хлебушка, а что? Да. Так, есть? Все будет, Маша, ты с хлебушком будешь? Нет, сейчас Ваня будет. Давайте скорее, вот свечи кончаются. Дуйте. Ваня же тушить было. Не, он один раз уже потушил, а сейчас они уже играют. Вика, по новой. Есть спички? А да. Валь, дайте спички, Валя, подай. Нет. Ну что за тогда? Что за тогда? Ногой топ. Молодец. Молодец.